В самом конце войны в Главное разведывательное управление Красной Армии поступало все больше сведений о том, что нацисты продолжают разработку новейших видов вооружений. Самой невероятной и противоречивой была информация о создании дисковых летательных аппаратов вертикального взлета. Стало даже известно, что в феврале 1945 года прошли успешные испытания такого аппарата. С Запада навстречу нашим войскам шли не только армии союзников, но и специальные группы по захвату немецкой техники, научно-технической документации, специалистов и ученых. Руководство ГРУ во что бы то ни стало стремилось опередить союзников и первыми получить ценную информацию, в том числе и о таинственных дисколетах. Пожалуйста, не убивайте меня.
Thank you.
Спасибо, что вызвали у меня. Завод находится рядом с кладбищем. Они разрабатывают новый вид двигателя. Больше ничего не знаю. Здесь нам придется разделиться. Я возьму транспорт, а ты пойдешь на завод. Пожалуйста, не убивайте меня.